7, 8, 9, 10, 11. Просто скажи пару слов для них. Оксана Гришина, победитель трехкратный Арнольд Классик. Мои дорогие, выступайте, берите свои результаты, прогрессируйте дальше. Волспорт – потрясающий вид спорта. Поэтому не бойтесь, просто пробуйте, делайте и привлекайте больше людей в этот спорт. What do you want me to do? Вот так вот, ребята, приезжайте и смотрите, смотрите, этот человек приехал. He do it every time. Never sit home, guys, okay? Let's go to training. Tuesday line up the first. All right, right now I'm gonna stop. В наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет и, вероятно, не будет никогда.